2011 году ООО «Эльстергаз Электроника» по заказу ООО «Газпром Межрегионгаз» приступила к развертыванию стационарной АСД-системы в селе Хасанья, Республика Кабардино-Балкария. Проект рассчитан на 1800 абонентов. Каждый потребитель газа был оснащен счетчиком газа БК-Ж6Т с механической компенсацией показания счетчика по температуре, выполненной ООО «Эльстергаз Электроника». В селе Хасанья используется стационарная система АСД с передачей данных по радиоканалу на стационарный концентратор. С концентратора данные по GPRS-каналу передаются на сервер сбора данных. Монтаж и ввод системы АСД был выполнен ООО «Эльстергаз Электроника» совместно с региональной компанией-партнером ООО «ГазЛюкс». К каждому счетчику подключен устойчивый к эфирным электромагнитным помехам передатчик WaveFlow. Счетчик газа, оснащенный датчиком импульсов INZ61, неразрывно связан с радиопередатчиком WaveFlow. Передатчик WaveFlow имеет автономное питание со сроком службы до 10 лет при считывании данных один раз в месяц. Передатчик реагирует на несанкционированное воздействие на счетчик, обрыв импульсного кабеля или воздействие магнитом, обратный поток, превышение минимальных или максимальных границ по расходу и прочее. Более того, в передатчике ведется архивирование показаний счетчика с глубиной до 1 года. Для увеличения дистанции передачи данных и области покрытия системы дополнительно используются репитеры WaveTalk. Они ретранслируют полученные данные от передатчика на следующий репитер или на концентратор WaveCell. После получения данных концентратором они передаются на сервер сбора информации, используя сервис GPRS-SMS. Концентратор может обслуживать до 1000 передатчиков. Область охвата передатчиков у концентратора WaveCell составляет от 500 до 1000 метров. Сервер сбора данных расположен в столице Республики Кабардино-Балкария, городе Нальчик, в филиале ООО «Газпром Межрегионгаз» Пятигорск. Специалистам ООО «Эльстергаз Электроника» по желанию заказчика была выполнена интеграция базы данных программного обеспечения системы АСД WaveNet Manager с биллинговой системой заказчика, с помощью которой потребителям газа выставляются счета за потребленный газ. Таким образом, каждый потребитель получает счет только за фактически потребленный газ. Поставщик газа может просматривать полученные от системы АСД данные в табличном и графическом виде, составлять отчеты, а также экспортировать данные, полученные системой АСД, от счетчиков во внешние биллинговые системы. После установки системы АСД собираемость данных в поселке Хасанья повысилась на 375%. При монтаже системы АСД были выявлены 63 случая несанкционированного отбора газа. По результатам внедрения систем АСД поставщик получает эффективный автоматизированный сбор данных о потреблении энергоресурсов. Использование систем АСД повышает качество и удобство пользования потребителя услугами поставщика, а также повышает уровень информативности потребителей. Реализация системы АСД производства ООО «Эльстергаз Электроника» происходит с минимальным сроком окупаемости и сокращает высокие издержки на сбор данных. Потребитель получает возможность управления собственным бюджетом. Установка счетчиков энергоресурсов с системой АСД приводит к стимулированию потребителей к экономии энергоресурсов, то есть к энергосбережению, главной идее федерального закона номер 261.